Всем привет! Недавно в группе для бабушек и дедушек мне задали вопрос. А как сделать так, чтобы видео, которое мы выкладываем в YouTube, имело красивую обложку? Ответила честно. Не знаю. Но вопрос задан. Время свободное на карантине есть. Значит, будем искать ответ. И как ни странно, он нашелся очень быстро. И решается он, оказывается, совсем просто. Для этого нам нужно попасть в менеджер видео вашего канала YouTube. Итак, в поисковой строке вашего телефона вбиваем «Вход в YouTube». Есть. У меня вот это первая позиция «Вход в YouTube». Она вот с красным таким прямоугольником и белый треугольничек внутри. Нажимаем. Меня перебрасывает в мой аккаунт. Нахожу строчку «Аккаунт». Вот оно слева, вторая позиция. «Аккаунт». Нажали. По центру «Статус и функции». Нажимаю. Теперь ищем. Опять-таки слева «Менеджер видео». Нашла. Нажимаю. Вот они все видео, которые я записывала. Первое. Вкусное путешествие. Здесь вот есть. Изменить. Нажали. Изменить. Вот мое видео. Вот с такой курочкой аппетитной на первом. А вот справа. Обычно бывает три. У меня почему-то сейчас два. Три варианта возможные обложки данного видео. Сейчас у меня вот в таком сером квадрате обведена моя курица. Второй вариант, который мне предлагают, вот это наше застолье. Если я нажму на него, вот он будет в таком же сером квадрате, а потом нажму на «Сохранить», то я поменяю обложку этого видео. Но я это делать не буду, я оставлю свою курочку. А вы, если хотите, вот можете таким образом изменить не понравившуюся вам обложку вашего видео на какую-то другую. Здесь есть еще вариант «Свой значок». Но я его пока не освоила. Если вы это сделаете, то поделитесь со мной, я буду очень рада. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а также вступайте в нашу группу в Фейсбуке. Бабушки и дедушки, объединяйтесь.